таких, это не было то, что мы учим в школе, и такие, это надо уже знать в малом. Я всегда в Йом Хамиши, я иду от школы в автобусе в Маром, и там мы учим математику, джанглинг, калькала и вот такие предметы. Ну, трудные задания были, ты понимала там, что ты там делал? Ну, одну я вообще не понимала, потому что из-за этого я ее не делала. А сколько заданий там было? 6, но большие задания. То есть ты 5 сделала, да? Молодец, умница. Уже делать по дому, что ты помогала маме? Я уже знаю готовить салаты. Салаты, и салат. И тоже макароны. А какой ты салат готовил? Салат туна. А что туда, что туда входит? Туна, тирас и другие овощи. Что хотят, и соль, и майонез. Перемешаем и все. Мы были в много местах, но больше в Йоване и в Италии. А что там такого вот тебе понравилось? Я больше любила Италию. Да ладно. Пицца. И тоже там очень красиво, и как сапожок выглядит и далее. Я хочу или в Нью-Йорк, или в Лондон. Лиза, а что ты можешь сказать о своей сестренке? Ну, иногда-то она очень милая, но иногда не очень, как я это скажу. Ну а что она делает? Вот она. Что она делает? Такого, что тебе не нравится? Меня бьет. Ну, я, конечно, сначала говорю маме, и я делаю то же самое, что она мне делает. А то она думает, что ты ее не любишь. Это неправильно. Это вообще неправильно. А что? Любишь ее? Да. Лиз, а ты? Конечно. Вот. Видите? Ради такого надо обняться и поцеловаться. Поцеловаться? Ну ладно, обняться. Хибуким.